Всем привет, уважаемые подписчики и зрители, с вами Синеман. Как обычно в начале видео, желаю всем приятного просмотра. Ну что же, продолжаем проходить дальше мод под названием «Эпизоды жизни Мерка». Вот, и как вы помните, у нас были проблемы, мы не могли перейти в Темную долину, у нас был, как говорится, критический вылет. Вот, но разработчик вылет данный поправил, и мы можем дальше продолжить игру, проходить этот замечтательный, вот, возможно, в кавычках, вот, мод. Так или иначе, конечно же, мы его пройдем. Вот, и кто-то уже, конечно же, видел стримчик. Вот, я решил его перезаписать именно уже в обычном формате, в обычном видео. Ну, во-первых, вам будет лучше все-таки, получше видно. Вот, во-вторых, потому что там сглючил YouTube. Вот, ну, просто такие подробности, чтобы вы знали, почему я перезаписываю. Вот, и YouTube данное видео заблокировал, вот. Ну, и к тому же там еще и музыка. Довольно-таки много музыки на локации, которая тоже попадает под нарушение на YouTube, поэтому лучше я буду использовать временно свою мелодию, если что, музыку. Вот, да, какие еще были изменения сделаны мной? Ну, как бы, что ли, без записи, потому что я же переигрывал, правильно, вот. Потому что фикс вышел на Темную долину, но нужно было начать нам новую игру, иначе сохраночки прежние уже не грузились. Вот так. Так вот, какие же были все-таки изменения сделаны после переигровки? Вот, во-первых, вот у меня такой уже набор. Вот, купил я севу у ученых, потому что накопили мы денег. И, в принципе, в этом моде можно даже довольно-таки быстро накопить деньги. Вот, продавая этому ученому вот данное оружие, которое можно спокойно починить у товарища лесника довольно за небольшую сумму. Вот, а продать данный бакан модифицированный мы можем у товарища ученого. Вот, по-моему, там чуть ли не за то ли 11 тысяч рублей, то ли даже больше. Ну, в общем, в итоге, грубо говоря, можно спокойно накопить вот уже на севу и купить ее тоже у ученого. Вот, сева стоила ученому, по-моему, там 28 тысяч. Ну, вот такие штуки, как бы, изменения были сделаны мной без записи. Такой у меня набор, вы его видели. В рюкзачке. Вот тут и злобы тоже бегают. Отлично. Вот. Так вот, в принципе, мы можем уже прям бежать к этому свободовцу, вот именно к этому, и брать у него квестик и спокойно переходить уже в долину. Но перед этим давайте немножко только познакомимся со здешним. Со здешним контролером. Вот такой тут был тайничок. А, не здесь. Это какой-то еще другой новый тайничок. Необычный. А вот тут вот. Вот такой тайник. Ну, тоже, в принципе, особо ни к чему. Так или иначе. Так или иначе, мы продолжаем наше приключение. Ух ты, тут. То есть, просто тут кошмар какой-то происходит в этом лесу. И так каждый раз, когда мы в нем находимся, в этом лесу. Вот ты еще пока ладно. Вот Солсыч уже бежит. Бежит Солсыч к нам в гости. Что может быть лучше? Ай-яй. Вот так мы его завалили. Завалили мы Солсыча, нам повезло. Химер чуть нас... Твою дивизию, мужик! Химер нас чуть не убила. Вот, то есть, кого-то, играя в данный мод, понимаешь, что разработчик данный мод, в данный мод сам вообще не играл. Давай уже быстрее. Потому что в моде полным-полно проблем. Полным-полно проблемок и проблемищ, которые, по идее, должны были быть исправлены. То есть, точнее, не исправлены, их вообще быть не должно было быть. Ну ладно. Давайте хоть одну убьем химеру, проверим, сколько еще мне нужно пулять. Сколько вообще мне ее нужно стрелять. Эти. Она хромает. Лишненько. Какая же вот просто потрясающая химера. Какая потрясающая, блин. Сейчас работаем. Ладно, чтобы она не цепанула когтем. Вот, давай уже удачно. Осторожненько. Ну вот и все. Ну что же, вот такая уникальная химера в этом моде. Вот такая уникальная химерина. Ну-ка, ну-ка. Сам мод тоже как бы, то есть, как постоянно фризит. Мод постоянно фризит.
Калининград. Ой. Все, патрончик закончился. Вот еще весь излом, откуда тут уж прибежал. Откуда здесь пришел вообще? Что? Ты еще живой? Я думал, уже погиб, а еще живой, оказывается, зомбарь. Зомбарь еще, оказывается, жив. Мощные зомбари тоже здесь живут. Нормалевич, как говорил Семенович. Так или иначе, мы их тоже убили. Мы их тоже убили. Ну, давайте попробуем. Ну, проверочка-то снова. Нормально все. Ух ты! Кто это обычный? Это обычный. Там с автоматами люди. Там люди с автоматами гуляют. Там тоже. И сбоку, сзади тоже уже. Откуда они? Вот откуда-то вылезают спавницы, видимо, что ли, писаните зомби. То ли еще что-то с ними не так. Мужик. Что ж так долго-то прямо из этого автомата-то все убивается? Тут, конечно, нужен дробовичок. Нужен дробовичок, нужны патрончики на него. Отлично, я здесь мужик опять упал на колени. Сколько тебя мочить еще надо? Все. Завалили. Завалили. Отлично. Вот теперь надо как-то... Блять. Что ж там тут прям столько всего-то? Ну где, гад? Ух, кто еще дерется! Он еще дерется, скотина! Кто там? Кто нас бьет-то? Быстрее давай! Кто бьет-то? А, эти какие-то все убили. Все убили мы этого товарища тоже. Вот, и после убийства все вот эти товарищи с автоматами, они все исчезают автоматически. Вот такой. Такой в этом плане уникальный контролерич. Снова проверим. Нет, нормально, ничего не сбрасывается. Потому что такие бывают моменты, чтобы что-то как-то уровень тоже сбрасывается. Непонятным образом. Нет, все. Всех мы убили на мастере, все нормально. Но почти всех, почти, потому что тут еще тоже. Может быть, и химера, может быть, еще кто-то здесь бегать по лесу. Ну что же, пришли мы в себя, и давайте уже все-таки попробуем пообщаться с этим свободовцем. Возвращаемся обратно в лесочек. Где по-прежнему обитают зомбари различные. Вот тут еще и собаки есть тоже. Псевдо. Где они здесь? Вот еще и химера бежит тоже в гости. Еще одна. Здорово. О, еще и сосыч. Тоже неплохо. А вы не удивите. Ну, какого спрашивается, вот, ребят, ну... Шатает, то есть еле-еле там нас ударили, мы нас уже всего шатает прямо. Может, бегать не можем. Может, бегать не можем, устали. Ну, а так вот я тебя все-таки завалил, гадину. Замечательно. Вот так нужно играть. Вот, собачка. Собачечка еще здесь, ничего себе. Гадская собака, ну ребята, что ж так? Что же все не слава богу-то, а?
Химера пока убежала. Где свободовец? Он вообще тут уже находится. Тоже бегает от кого-то, видимо. Так-с. А, то есть тут химера. Еще что ли она прибежала, видимо, химера. И там химера сзади, где-то там. Значит, вот. Ну что же, вот такие приключения у нас могут быть в лесу. Вот, ну и как бы, ребят, конечно, если вы такого не хотите, сразу прям бежите, бегите к этому водяному и пробуйте с ним поговорить. Вот, я лично всех все-таки убил здесь в этом лесу. На последнюю химеру потратил я прям все патрончики, и у меня вообще больше вообще ничего нет с собой. Никаких пуль. Вот, ну попозже мы, конечно, купим их уже в долине. Вот туда-то мы уже прямо и направляемся. Будем там проверять какое-то излучение непонятное. Вот по просьбе данного водяного. Отправляемся мы в долину не одни, а прям с командой. Так или иначе, продолжим прямо уже в этой долине. Все, идем. Так, ну что ж, вот мы уже в этой долине появились. И спать, а то опять мутанты на базу набегут. Мы тут без охраны, когда точно гребем. Давай, не зевай, не забывай, мы здесь не просто так. Так что вот. Продолжаем поиск. Получили мы костюмчик. Мне лично не очень приятно в такой аномальной активности ходить. Даже в вот что еще получили. И детектор-то достань. И вот это тоже получили. Может, успокоимся, у каждого на это были причины. Личинка. Кажется, я что-то нашел. Я думаю, здесь в глубине зебра возились. Эх, нет, это чья-то конечность в аномалии засветилась. Да уж, меня вот в нем месте оказаться. Это уже не так, как я вижу. Мы видим артефактик. Вот, но это как переговор именно наших, нашей команды. Переговоры нашей команды. Кто-то наш что-то покушал, по-моему. Ничего не нашли, а мы уже нашли. Мы уже нашли, вот он артефакт. Под названием компас. Замечательно, мы его нашли. И теперь должны будем отдать его товарищу Гагарину. Уникальному товарищу Гагарину, который живет прямо вот в этом месте. Вот здесь вот. Давайте попробуем прямо в записи это выполнить. Ну, если что, вот он. Вот он такой уникальный артефактик компас. Вот такие у него сейчас показатели. Замечательно. Ну-ка. Пока повесим на пояс. Повесим на пояс его и уже побежим на базу свободы. Так, ну что же, вот мы уже подходим. Вот мы уже прям подходим к этой базе. Тут были мутанты. Нападали они на этих свободовцев. Но... И вот он, товарищ Гагарин, вот он. Так, эх, долго бы что-то возились. Ну, в чем дело-то было? А вот, излучение было именно от этого артефакта. О, это же компас. Довольно неплохая находка. Ладно.
Давай мне костюм защитный, а препараты, которые остались, оставь себе. И вот еще возьми свою награду. Отлично. Ну, может быть, еще что-то есть? Да, есть. Как видишь, монстры полбазы разносят. Мой P90 остался снаружи. Я бы сам пошел, но ты, раз ты работу ищешь, то я соваться не буду. Вот тебе координаты. Давай-ка неси мне оружие. Пролезаем уникальным путем через плиты. Так, ну что, болт-то мы возьмем в руки или тут? Глюк, что ли, какой-то? Что-то не понимаю. Я нажимаю на болтик, даже болт нельзя взять почему-то в руки. Ну в чем проблема-то, я имею в виду? Что с игрой вообще? Что тут вообще с этим модом? На этой базе. Непонятно. Так. Вот, все. Держи свой P90. Ай, молодец. Ну, значит, готов. Задание, которое сейчас я тебе дам, нелегкое. Надо достать документы из подземной лаборатории под кодовым номером X18. Мутантов там кишмя кишит. Так что вот этот P90 с собой возьмешь. Вот тебе еще и патрончики, немного медикаментов. Пойдешь один. Координаты тебе дал, за эти документы немало заплачу. А патроны... По пустякам не трать, трать только на нужные вещи. Вот еще тебе две гранатки. Тоже должны пригодиться. Вот еще броня. Но ее мне вернешь потом. Так же, как, в принципе, и данный пистолет-пулемет. Да. Ну хорошо, так, а что же меня там ждет? Много чего. Там мутанты разные. Точно скажу, что там зомби есть. И снорки бывают, ползают. Про остальных ничего не знаю. Ну ладно, отправляюсь. Видите, как без звука что-то появляется вот задание. Какой-то глюк тоже вот еще один. Полный писец. С этим модом. Вот получили мы вот такой костюмчик. Ну, он будет похуже, но так или иначе мы его, конечно же, не выбрасываем, потому что нам нужно его отдать, как вот это оружие тоже. Иначе квестик мой данный не закроем. Если при нас не будет данного оружия. Вот такие делища. Да, но... Что самое главное, ни в коем случае, ребят, не забываем прикупиться у торговца здешнего, именно товарища Ашота, всякими препаратами, аптечками и, конечно, патрончиками. Само собой. Так, ну что ж, вот мы идем к этому товарищу Ашоту. Я переиграл, вот, потому что вот были, как вы видели, какие-то проблемы со звуком, вот, и я проверил сохраночки, после этого. Слушай, здесь уже... повезло тебе сегодня, да. Дорогой? Только сейчас куплю задорого, продам задешево. Сохранки тут уже не грузились. Вот такие делища. Поэтому, если мало ли у вас тоже такое будет, что вот пропал звук, и болт, например, не достается, не берется в руки, то вот советую тоже переиграть. Подходи, если торговаться. Привет, приятель. Чего изволишь? Переиграть с автосейва, например. Я давайте тебе поторгуем. Один умный вещь скажу. Вот, только еще продаем уже. Слушай, деньги... Это нам уже главное, ни к чему, да. Иди, вот, нам еще и дали патрончики на эту P90.
Ну давайте купим обязательно вот эти вот вещи. Просто обязательно. Тем более, что цены, как мы видим, совершенно ашоты очень даже небольшие. Так, ну тут, я думаю, нам вот этого всего добра хватит вполне. Вот так мы прикупились. Ну что же, продолжаем переключение. Мы прикупились кое-чем, как вы видели, у Ашота. И вот уже движемся теперь в эту лабораторию X-18. Я вот без записи еще переиграл, как бы еще немножко прикупился аптечками. Вот он, гад, нормально. Вот теперь нормально здесь все. Но вот ненормально то, что вот по нам пуляют, блин. И собачки эти какие-то призрачные. Вот так, мы его все-таки убили. Отлично, мы убили контролера в этом месте. Ну и зомбари, видимо, эти тоже исчезли, скорее всего. Давайте проверим. Зомбари-то исчезли. Ну да, видимо, да, потому что мы же не видим контактов. Зомбари тоже все исчезли. Ну что ж, очень даже неплохо. Очень даже неплохо мы в этот раз поступили с этим контролером. Вот, а вот может быть такой, что он заспаунился. Заспаунится именно за закрытой дверью. Тогда, как говорится, фиг его уже убьешь. Так, внимание. Внимание, аккуратненько бежим в лабораторию. Точнее, не в лабораторию, а с документами. Конечно, тушкан такой хитр прямо. Такой прямо хитрый тушкан. Вот-то было. Видите, что делается? Вы видели, что делается? Вот нашли. Нашли документы. Мы не можем к тому, что бежать. Все, гигант просто обалденно пишет, на самом деле. Все, уходим отсюда, мужик, уходим. Недолго думая. Всего доброго. Вот, ну что же, давайте покажем, что же будет, если мы будем здесь... Если мы будем здесь очень долго искать документы. Кто тут вообще живет? Кто тут вообще живет? Вот. Это просто полный ужас.
Тут и гиганты, тут и полтергейсты. Видишь, что делать? Ну что, так нас... Что, обалдел, что ли, мужик? Ну что такое вообще? Вот тут уже гигант идет в гости, по-моему, к нам. Подходим поближе. Топать ногами. А там зомбари тут тоже. Отлично. Что может быть лучше? Что может быть лучше, ребята? Такое кошмарище. Это ужас. Вылез прямо тут на зомбарь. Ну вот, быстрее уже. Интересно, сколько вообще в него пулять-то надо, а? Я не понимаю, почему я пульнул по зомбарю, прям в бошку, обычному зомбарю, и он не умер. Что такое вообще? Нас, видите, нас шатает, качает, там еще что-то. То есть, ну что это, ну? Нормально мужик ударяет ногами. Вот бы мне так. Ты будешь умирать, подонок. Немножко не туда. Лишь ударил ногами. Вот еще и снорк вылез. Качание, конечно, наше, это просто полный пилец. Побежим или нет? Вот этого почему не убить сразу? Получи. Антирадик прими. Всех убьем здесь, в этой лаборатории. В этой лаборатории всех убьем. Что с нами? Что? Сейчас-то что у нас? Все нормально, жизнь, в принципе, нормально, как бы, то есть, ну что мы... Чем мы там шатаемся? Далее. На колени. Какой-то просто мачинский зомбарь. Так или иначе, мы его убьем. Мы убьем этого гада. Где он там? Отлично, ПНВ зелененький. О, да он здесь был. Прикольно ударить мужик, на самом деле, мне нравится. О, погиб! Отлично, мужик. Вот так, я же говорю, что всех убью. Вот этого обязательно убить. На колени, скотина. Получай. Так, вот уже аптечки заканчиваются. Вот уже аптечки заканчиваются, покушаем. Сохранимся. Ну вот, похоже, все. Все-таки мы зачистили, сумели зачистить по полной данную лабу. Сумели мы это сделать. Так, ну тут вообще ничего. Тут вообще в этой лаборатории больше ничего. Ну, точнее, в ящичке. В лаборатории. В ящичке там ничего. О, тут что-то живое есть, вот он. Получи. Вот стоп. Вот столько тут было товарищей различных, и снорочей, тоже снорочи были, мы видели их. Полтергейсты. А где, где гиганты вообще? Давайте проверим. Нет, тоже, видите, тоже ничего у него. Ну вот так, все. Выходим и давайте уже продолжим
снаружи в темной долине. Еще один такой, откуда вы беретесь, ребятки? Откуда вы тут беретесь? Слушай. Видите, зомби тоже взят. Спавн идет какой-то просто постоянно, по-моему, этих мутантов. Обалдеть. Откуда вышел-то? Ведь еще один тоже откуда-то появился. Откуда они тут берутся? Зачистили по полной всю лабу. Больше тут никто не живет. Кроме нас. Тут тоже никого. Отлично. Вот такие приключения. Великолепные. Тут тоже чисто. Ну все. Выходим на руку, что там же, где мы появлялись. Кто там еще? Что там? А именно вот здесь. Вот прям вот, вот здесь будет выход на лесенку наверх. Так, ну что ж, вот и мы. Вот и мы выбрались. Обратите ваше внимание, задание выполнено уже. Встретиться с Сахаровым. Хотя мы его еще, в принципе, не видели. Вот, так или иначе, вот сообщение от этого Сахарова, мол, он нас зовет к себе. Незнамов ему сообщил, что мы хорошо ему тоже помогли. Вот давайте теперь поможем Сахарычу. Вот наши вещи. Тоже не забудем их взять. Вот и документы, которые мы нашли в этой лаборатории. Отлично. Все, отлично. Возвращаемся сперва к товарищу Гагарину, а потом уже направимся к Сахарычу на Янтарь. Ну, пока идем. К товарищу Гагарину. Вот, и что самое любопытное после вот этого момента, после именно этого момента, вот тут вот появляется товарищ Ёж из Свободы. Вот, который, в принципе, находится в нашей, ну, только по команде, которая нам помогала искать артефактик компас на базе Свободы. Да, вот он, товарищ... А, что же я музыку-то не включил, ё-моё. Так вот, вот он, товарищ Ёж, но пока он, как бы, с нами особо не общается, ну, как бы, именно по делу такому, какому-нибудь важному, пока не общается. Ну, и тогда пока. Тогда пока, мужик. Бежим дальше к Гагарину. Мы включили эмбиент. Личный. Вот, и направляемся к Гагарину, будем сдавать документики. Ну что же, вот и мы. Вот и мы. Сдаем квестик, вот документы, вот они. А костюмы по 90. Давай, как их тоже. Здесь тоже. Давай, как их тоже. Видимо, все-таки давай-ка их тоже. Ну что же, молодец, хорошо поработал. Вот тебе 10 тысяч, как обещал. Ну, немного медикаментов. Ну, как мы по 90, понравился. Ну, вот, держи, да, оружие неплохое. Да, пушка еще там. Я вижу, ты тоже ему понравился. Может быть, отдам. Ведь зачем мне столько с собой, да? Да эти тайники делать ни к чему. Продать деньги и так есть. Ну, возможно, отдам, но не сейчас. Ах да, помнишь, Ижа? Вы с ним еще и с тремя сталкерами искали источник излучения. Так вот он с тобой хочет поговорить. Он тут тоже на базе, если что. Ну, хорошо. Так, ведь получили бы вместо 10 12 тысяч рублей. Отлично. Задание выполнили. Вот ежик, по идее, по-прежнему все-таки находится здесь, а не на базе. Тоже вот какой-то непонятный бачок такой странный. Ну-ка, аптека, сколько стоит у мужика? Вот столько. Нормально, давайте купим. Давайте-ка купим. Вот, без записи я сделал починочку. Починились мы у товарища техника Яра. Даже можно прямо сейчас его показать. Где же он тут находится? Где же он тут находится, товарищ Яр? Вот прямо здесь он находится. В этом здании. Вот, но на самом деле мы, конечно, не будем тратить деньги уже, да. Не будем тратить деньги на апгрейды, потому что нам нужно еще купить и патрончиков, и медикаментов. Вот, ну тут как бы обычное задание, тоже не особо оно и надо. Удачи тебе, сталкер. Не особо оно и надо. Вот, зато можно прям тут все сделать, прям весь апгрейд по полной. Точность. Давай, все-таки сделаем. Вот, немножко потратимся на апгрейдики. Ремонт сделали. Тут мы уже починили, ремонтик сделали. Ну, вот, прочность. И так далее. Контейнеры. Броня. Ну ладно, мы и так... то есть, это не тот мод, чтобы здесь прям все это прокачивать, как бы, и
что-то делать у этого товарища Яра. Вот теперь направляемся к ежу и проверим, что же у него там за квестик. Да. Ну что же, вот мы уже прям добрались до этого снова ежа. Что скажешь, брат? Да, добрались мы до него. И что же у него? Ничего. То есть, как бы, никакого квестика у ежа, оказывается, на самом деле-то и нет. Вот такие делища, ребята. Ну что ж, хорошо, так или иначе, у нас есть задание направиться к Сахарову. Вот туда-то мы и идем. Вот. Ну, также еще мы можем, если что, получить награду за помощь сталкерам в Рыжем лесу. Вот, награду мы получаем на... Вот, ну что мы делаем? Вот мы так подходим. Вот, винтик есть, отлично. Подходим мы... А, секунду. Мы, по-моему, не тут идем, да. Мы вообще немножко не тут идем, по-моему. Нам-то нужно, по-моему, вот сюда вот. Кажись, секунду. Я что-то путаю. Да. Вот нам нужно именно вот сюда. Хотя, кто знает, может быть, мы можем, да, и пройти-то здесь, в принципе, без проблем. По идее-то, да. Вот, там-то тоже есть переход на свалку. Но вот если мы здесь идем, то вот тут... Так, ну что же, вот и мы. Вот и мы уже перебрались на свалку. Замечательно. Тут у нас живут свободовцы в этом месте. Хотя, кстати, очень удивительно, что, по-моему, мы до этого переходили во время стрима. Тут были бандюганы. Да, бандюганы тут были, которые могли у нас отнять все деньги. Есть кое-что. Ну, спасибо, мужик. Делай это сам. Делай это сам. Нам нужен сюжет в этом моде, важен, главное. И мы поэтому бежим дальше по свалке ночной, ну или вечерней.
бежим уже к переходику на агропром. Вот такие делища, ребята. Отличный эмбиент сопровождает наш путь. Вот, если что, мы можем здесь тоже вот починиться у этих людей, видимо, и... либо еще что-то сделать здесь. Купить, например, какие-нибудь вещи. Так, ну что же, вот мы уже прям добрались до этого ангара с бандюганами. С бандюганами. Вот тут есть тайничок уникальный. Великолепный тайник. Движемся дальше. Бежим, летим. Вот видите. На самом деле это нам вообще совершенно ни к чему. Пускай базарит они с кем-нибудь другим. Слышишь, брателла? Вот тебе брателла. Вот сволочи, а. Вот ты сволочи. Держи, мужик, волыну. Вот так вот. Отлично, потому что если мы будем говорить... Если будем с ними общаться, то у нас отнимут все деньги здесь. Ну, мужик. Ай. Ну. Лимончик тебе, пиндосина. А вот, держи, мужик, где здесь? Это не ты? Нет, ты был. Ты будешь убиваться, нет, бронированный-то. Готово. Завалили всех гадов в этом месте. Еще снорк пролетел. Достаточно. На колени. Тоже убили. Ой-ой. Вот так вот. Ну что ж, вот такие вот тут приключения около перехода уже на агропром. Продолжим уже прямо на нем. Так, перебрались мы. Тут же вот долго все около перехода. Кто-то спит, кто-то отдыхает просто. Погодите. Там ты что вообще? Жизнь-то хорошо, но вот... Не подлезть! Ну ладно, вот тут нападали мутанты тоже, наверное, долговцев. Они отбились, все живы. Мутанта нет. Мутанты не живы. А мы бежим уже к переходику на янтарь. Бежим, летим. Вечерочком. Так, ну тут уже сталкеры тоже живут. Можно тоже зайти на базу, как бы там, видимо, починиться, либо еще что-то сделать у них. Да, вот здесь ремонтник. Торговец, еще торговец. Трудничок есть. И так далее. Как спрячешь ствол, будет разговор. Такие люди здесь. Ну хорошо. Особо это тоже нам не интересно. Мы бежим дальше к переходику. Тут же вот собачки. Давайте-ка их поприветствуем. Секундочку. Тут же вот собачки. Мы идем именно вот сюда вот. Ух ты, какая ужасная собака была, а? Не очень-то здесь. Да ёпарасете. Проклятая тварь. Не уйдешь. Завалим всех здесь. Видишь, что делать, как бегает она хитро, то есть виляет. Виляет собака. Но так или иначе. Так или иначе. Мы не дадимся. Так, еще кто-то здесь есть. Еще какие-то уникальные. Ух ты, прям целый свор этих ужасных собак. Целый прям свор здесь. Видишь, что тут творится-то, а? Заряжай пушку туго. Вот так вот завалили. Тут тоже мутанты были завалены. Замечательно. Вот там еще кто-то есть. Ну-ка, ну-ка. Тоже собаки. Тоже собаки даже вот. Ну, честно говоря. Не будем мы тут задерживаться. Движемся дальше. К переходику. Бежим и летим. Вот. Ну и давайте уже продолжим прямо на янтаре. Продолжим, видим, прямо на янтаре. Тут уже впереди больше ничего любопытного не будет, кроме радиации.
небольшой, а может быть и не совсем небольшой. Продолжим уже прямо на янтаре. Переходик тут будет тоже автоматический, прямо вот здесь. Хотя немножко ошибся, переходик тут был именно не автоматическим, а нормальным. Так или иначе, мы уже здесь. Мы уже прямо на этом янтаре, бежим к Сахарычу в гости. Давайте с ним пообщаемся и узнаем, что же ему надо от нас. Какая же у него есть к нам просьба? О, тут зомбари тоже живут. Ну-ка, мужик. Давай-ка мы тебя немножко отправим. Где ты там? Вот. Отлично. Но особо, конечно, лучше не тратиться в этом месте, потому что нам еще патрончики пригодятся. Но мне еще пригодятся. Вот тут живут сталкеры. Кстати, когда я опять-таки записывал стримчик, в этом месте уже вообще никого не было из живых, кроме Сахарыча. Пока все живы здесь. Пока тут все живы. Ну, привет. Это проводничок, видимо, да? Куда может везти? А вот сюда вот. Свалка-барахолка. Спасибочки, чуть позже. Чуть позже, мужик. Чуть позже, пока мы идем к Сахарычу в гости. Тут что? Чем помочь? Вот, руки можно найти, спасибо. Вот что есть. Тоже руки. Все собирают руки. Мужик, зачем тебе вообще руки-то эти? Непонятно. Зачем мы тебе сдались? Ну, давай узнаем. А, уже взяли, ё-моё, уже взяли. То есть он даже не объяснил, зачем они ему нужны, но вот мы уже данный квестик взяли, понятно. Ну ладно, в принципе, хорошо. Сам найдешь. Ну, а где же Сахарыч? Давайте подождем его. Вот и он вышел из тумана. Приветствую на нашей научной базе. Отличная база, мужик, у вас. Отличная база, сохранимся. Да, нечасто я вижу здесь новые лица. Ну, что вы хотели бы узнать? Спрашивайте, я слушаю. Ну, там, похоже, уже бегает сосуч и всех убивает. По-моему, да. Вот зашел, как вы и просили. Хорошо вы справились, я очень доволен. Доверен результатами. Думаю, вы не откажетесь послужить науке еще. Хорошо, а что нужно делать? В общем, нужно проверить некое подземное помещение. Там проводились некие эксперименты. Нужно обследовать это место, но никто не решается лезть туда. Вы, как человек храбрый, думаю, не откажетесь помочь. Ну хорошо, проверим мы. Если что будет что-то интересное, то обязательно принесем вам. Вот так. Всего взяли... наилучшего. Да, взяли квестик. Всем пожаловали в... Да, нечасто я вижу здесь новые вот, лица. Можно изменить артефактик, понимаете, что? Ну, что вы хотели бы узнать? Поможешь? Спрашивайте, я слушаю. Ты ко мне на «вы», к нему на «ты». Поможешь? Так, ну давайте-ка посмотрим. Но не за бесплатно. Но у нас ничего нет, поэтому да, мы перехотели. У нас ничего нет. Заходите еще. Вот торговля у меня, смотрите, сколько костюма есть. Вроде костюм берил 5-7, отлично. Ну, опять-таки, нам это ни к чему. Вот мы купим аптечку у него, может быть. Аптечку, бинтов еще несколько купим. И патрончики, что ж, купим у него. Это нам пригодится. Ну, вот, в принципе, и все. Вот, в принципе, и все. А идем мы вот сюда, вот. Вот тут переходим уже в эту лабораторию под названием М12. Еще раз сохранимся. Потому что, как мы видим, все уже погибли. Тут, похоже, есть Сосыч. А, да, вот не Сосыч тут, а вот... Тут живет, по-моему, электрозомби. Что это вообще такое? Погодите. Да, вот видите, вот такой товарищ, который пуляется молниями. Мы его убили. Вот, тут еще и Сосыч бежит, гостем, давай. Я тебя вижу, мужик. Я тебя вижу. Ух ты, прям так вылетел снорк сверху. Отличный снорыч. И мы его тоже с удовольствием убили. Вот тут еще и злом пришел тоже. Сохранимся. Ну, в общем, в принципе, не скучно в этом месте, как мы видим. Можно кого-то убить, можно даже взять квестики на руки. Так что, как бы, вот так-то, в принципе, может быть, мод-то и ничего. Вот, если бы не было тут всяких бачков, хардкора. В некоторых местах очень такого прям уж... обалденного. Вот, ну сюжет, как и сам написал автор мода, что сюжет практически никакой. Ну, побежали.
переходику в лабораторию подземную. Вот тут еще один зомби вышел. Тоже можно поприветствовать. Да, кстати, тут также еще обитают не только такие прямо зомби электрические, еще есть и взрывающиеся, они там где-то бегают далеко, вдалеке. И за первых, и за вторых, может быть, вылет при убийстве их. Ну, давайте проверим, что там вообще. Что вот тут есть. Ну, тут как-то особо никого пока. Только болото. Тут только болото. Ну, не будем мы все-таки задерживаться. Возьмем гранатку. Возьмем еду. У Феди. И побежим к переходику в лабораторию. Ну, я думаю, давайте уже продолжим прямо уже в ней. Особо по дороге мы уже не увидим ничего любопытного. Вот всякие колокола звучат. Может, мы тут ничего не увидим. Только сам янтарь. Больше ничего. И вот мы уже прямо здесь. Вот мы уже прямо здесь. И что самое удивительное, появилось сообщение товарища Сахарова. Вот такое вот. Вот, Павел, прости, ты слишком много знаешь. Мне придется тебя оставить внутри. Что мы тут знаем, вообще непонятно. Так или иначе, Сахарович решил... нас подставить в этом месте. Вот такие делища в этой лаборатории уникальной, подземной, под названием М12. И мы всех тут с удовольствием убиваем. Не забываем сохраняться. Аккуратненько. Ну-ка, ну-ка. Кто еще здесь живет? Давай-ка глянем. Тут пока никого. Где же еще-то все вообще, что не понимаю. Куда все пропали? Куда пропали все зомбари? Видимо, они гуляют где-то дальше. Убежали. Ух ты, вот, вот еще этот бежит гад. Получай. Готово. Вот такой зомбарь. Электрический. И вот такая лаборатория. Какие здесь проводились эксперименты, непонятно. Вот, документов мы тут никаких не найдем. Но так или иначе, Сахарыч решил, что мы слишком много знаем. Мы слишком много всего знаем, поэтому решил нас отсюда уже не выпускать обратно. Потому что нам нужно найти какой-то выход другой уже. Из этой лабы. Да, ведь правильно ответили. Вот поэтому мы ищем данный выход. Так. Вот тут кто-то есть, по-моему. Отлично. Вот еще зомбари идут. Ух ты, сколько вас здесь. Ну-ка, ребята. Быстрее кидай гранату, шо ж ты? Не закинули ее. Сюда вот, ребятки, давайте вам. Получай. Получай, мужик. Вперед. Зомбарин, смотрите, куча же зомбарин. Ну, кидай быстрее ее. Что ж он так как-то кидает? Вот, то есть, достал ее и думает, что с ней делать с этой гранатой? Что с ней с этой гранатой делать вообще, в принципе? Получили. Вот, ну что, тоже как прикольная лаба, особенно если вот включить такую музыку, как у меня. Потому что тут тогда этого другая играет. Которая YouTube банит. Очень даже получается весело в ней. Там внизу, по-моему, тоже кто-то броет. Там тоже кто-то есть. Тут уже больше ничего. Давайте проверим это помещение. Вот тут всякие... тоже... объекты. Но опять-таки тоже ничего любопытного здесь больше нет. И никого. Всякие трубы, еще что-то.
Выходим наружу. Выходим наружу. И спускаемся уже вот здесь вот. Что ж тут есть-то, а? Вот тут куча зомбарей. Получается. Ребята, блин. Сейчас мы не работаем. И одного, и другого. Вот так прям сразу. Все, убили. Лично была рука, но нам это уже ни к чему. Вот уже мы видим подземелье такое, как будто из игра промо. Тут вот уже взяли, сделали, всунули кусочек. Ну вот, в принципе, все. Вот такой, как бы, такая лаборатория М12. И вот тут именно будет уже переход автоматом дальше. Вот и мы. Вышли. Сообщение, видимо, от Святослава. Павел, в тоннеле есть телепорт, где-то недалеко от тебя. Он везет в заброшенный город Лиманск. За то, что тебя вытащил, ты поможешь мне пробраться через город. Тоннель завалил обратно никак, так что не думай отвертеться. Павлуш, я тебя знаю, не хитри. Ну-ка. И поторопись, похоже, скоро выброс. И поаккуратней, аномалий много. Встретимся уже у стройки. Вот такие делища. Вот, и по-моему, как я вот видел комментарии моих подписчиков и самого разработчика уже позже в чате, на форуме. Вот, это как пошли связь с модом «Выход из Лиманска». Вот. Ну что мы тут видим? Мы видим, что тут вообще нет текстур в этом тоннеле. То есть какое-то кошмарище. Вот так даже хуже. Ну так или иначе, мы идем, по-моему, вот сюда вот. Вот сюда вот мы идем. Таким уникальным путем, ё-моё. То ли нам сюда вот... То ли не сюда. Ну-ка, ну-ка. Нет, тут тупик, ребята. Тут тупичок. Ну тут надо как бы именно ориентироваться на звук именно этого телепорта. У меня-то здесь музыка играет. Ничего, сейчас мы его найдем. Так или иначе. Отыщем. Вот, нашли мы его, вот он. Телепортик. Тут никого, да? Да. Почти. Ну, давайте уже потратим, как бы, все это оружие, потому что больше нам уже эти дроби всякие не пригодятся. Уже практически конец мода. Давайте всех убьем здесь. Вот так вот. Ну, в принципе, ладно, и все, хватит. Я думаю, уже достаточно. Переходим в Лиманск с помощью данного телепортика. Продолжим уже в этом Лиманске. И вот мы в Лиманске. Новое задание. Новое задание. Разведать дорогу через Лиманск. Вот. Но на самом деле, как бы, то есть... вот. Тут уже нам делать совершенно нечего. Совершенно нечего. Вот. Нам нужно идти именно вот сюда, в принципе. Вот. Хотя еще раз повторюсь, что можно вообще никуда не идти. Никуда. Потому что игра как бы автоматически заканчивается. Ну, грубо говоря, что мы как попадаем под выброс, не успев, видимо, от него спрятаться в укрытии. Вот, ну, если что, мы можем немножко погулять здесь. Еще все-таки. Вот таким макаром пройти дальше. Вот тут пуляют. И с чистого неба, помню, эти все моменты. Мы застряли. И ни туда, ни сюда. Они сидят в здании на том берегу, и нас видят, как на ладони, носа не высунешь. Лебедев сказал, мост надо взять. Стало быть, хоть как, но мы должны выбить их из здания. Эти сволочи засели в доме напротив. Мы у них как на ладони, так что рыпаться бесполезно. Только ребят зря положу. Мы отвлечем внимание на себя. А ты дуй во все лопатки к дому. Проберешься между укрытиями, а дальше чего объяснять? Вынеси пулеметчика, этот урод нам уже здорово нервы потрепал. Ребята, прикрываем его. Огонь! Огонь! Можем, конечно, бежать, нас прикрывают. Можем даже сохраниться здесь. Вот, кстати, радиэйшн пошел. Пошел радиэйшн.
Ну мы как бы живы, в принципе. Мы живы. Видите, и все, как бы, то есть, вот, и все. То есть я даже не успел ничего сделать. Все. Вот. Игра, грубо говоря, окончена. Вот, в принципе, ребята, вот такой конец, как бы, у данного мода. Так, ну вот я еще раз перезагрузил сохраночку. Видите, тоже, и все, вот, все. То есть, все, и видите, игра окончена. То есть ничего. Ну что же, вот такой он был мод. Эпизоды жизни Мерка. Не забывайте про ваши лайки под видео, пишите ваши комментарии и подписывайтесь на мой канал. Увидимся уже в новых видео. Всем пока!